Главную дорожную артерию из Симферополя в Евпаторию могут перекрыть. Жители нескольких сел Симферопольского района окажутся тогда на обочине жизни. Почему тоннель под взлетной полосой международного аэропорта стал угрозой безопасности, а также какие еще дорожные нововведения ожидают крымчан? Попытаемся найти ответы на эти вопросы в эфире ток-шоу «Народный вердикт» 26 августа в 20:00 на телеканале ИТВ. До встречи в прямом эфире!